Награда нашла героя. Спустя 71 год после окончания Великой Отечественной войны жителю поселка Сверловский Николаю Чевокину был вручен орден Красной Звезды за мужество, проявленное в боях, проходивших на Первом Украинском фронте. В 1945-м награду ветеран не получил, потому что встречал победу в госпитале, куда попал из-за тяжелого ранения. Родную деревню Николая Чевокина сожгли дотла фашисты, поэтому после выписки он поехал не домой, а к сестре в подмосковную Сверловку. Так в части потеряли след отважного бойца. Лишь спустя 70 лет ошибку заметила группа исследователей-краеведов в Сверловском поселении. Совместно с сотрудниками Щелковского военкомата и районной администрации была проведена работа по восстановлению исторической справедливости. Герою вручили орден Красной Звезды. Чтобы он являлся мерилом вашего подвига. Это все-таки в конце войны уже давали самым лучшим из лучших. Поздравляем вас с наградой. Самого доброго отношения, родных и близких, чтобы вас никогда не забывали, чтобы всегда помнили. И вот молодежи нужно знать о том, сколько вы сделали для того, чтобы им сейчас мирно жилось. Спасибо за мирное небо, которое у нас сейчас есть. От всех нас, за то, что мы можем праздновать 9 мая, за то, что ваша жена еще может заботиться, помогать, за то, что мы живем сейчас благодаря вам. На фронтах Великой Отечественной войны Николай Георгиевич воевал в должности наводчика артиллерии 253-й стрелковой дивизии Красной Армии. Жена ветерана признается, трудно вообразить, что столько лет они и не подозревали о столь почетной награде. Мы очень рады, вот довольны, что все-таки не забыли нас и была вручена награда нам.